Друзья, к сожалению, у нас в стране существует острая проблема – это отравление животных. Я бы хотел наглядно показать, что делать в таких ситуациях. Рассмотрим вариант отравления изониазидом – это таблетки от туберкулеза. У животного при отравлении изониазидом начинается рвота, обильное слюноотделение. Дальше животное падает, и у нее начинаются судороги. В каждой аптечке у любителя животных должен быть всегда пиридоксин, это витамин В6, его можно купить в любой человеческой аптеке. Что делать дальше, вам расскажет ветеринарный врач из клиники Pet Life Center. Да, друзья, как сказал Александр, в первую очередь нам нельзя паниковать, потому что у нас буквально 10-15 минут для того, чтобы оказать первую медицинскую помощь. А именно, нужно сделать внутримышечный укол препарата пиридоксин. Внутримышечно, значит, в жопу. Достаем ампулы из упаковки и смотрим. В зависимости от производителя ампулы бывают разные. На некоторых имеются специальные указания. На данном это точечка. На некоторых это полоски. Где-то одна, где-то две. Это означает, что ампулу можно скрыть без проблем. Если данных назначений на ампуле нет, значит в упаковке можно будет найти специальный камень, которым можно будет поточить горлышко ампулы. Далее вам нужна будет помощь второго человека, в данном случае это будет Александр. Задача Александра придерживать собачку, у которой судороги, чтобы та не нанесла себе никаких травм. Ну, а я пока что вскрою ампулу. После того, как я вскрыл ампулу, я вскрываю шприц. Надеваю иголку и набираю препарат. Обязательно весь воздух из шприца выдавливаем и делаем укол. Нужно сделать как минимум 2-3 укола, то есть как минимум 2-3 ампулы вогнать внутримышечно в жопку нашей собачки. После того, как вы сделали, аккуратно берем собаку на руки, плотно прижимаем к себе. Следим за мордой, чтобы, не дай бог, она случайно вас не укусила. И бежим в ближайшую ветеринарную клинику.